ребят, у меня дико болит низ живота. Прям вообще какой-то ад. Я выпила ножку, но она нифига не помогает. Болит примерно вот в этом месте. Вот тут, вот тут, короче. Я уже не... Ну, собственно, чтобы вы понимали, не помогла мне ножка. И я еду в скорую помощь. Еду на УЗИ, не знаю, что мне скажут, оставят меня или нет. Но живот у меня дико болит, и я не знаю, что это такое, но это первый раз. Пожелайте мне удачи. Итак, 2:33. Чтобы вы понимали, я нахожусь в больнице. Меня всегда вызывает ужасное состояние, когда приезжаю в такие места. Сейчас пойду на прием к доктору, я безумно надеюсь, что все хорошо, мне здесь точно не осталось. Активные бабки в регистратуре постоянно выпендриваются. Вы не поверите, мои дорогие друзья, я приехала в больницу, вот она, собственно говоря, Коломенская. Просидела там не знаю сколько часов, но это ладно, то, что я просидела час, допустим. Рядом со мной была женщина, которая приехала в 9:30, и до сих пор она не может дождаться врача. На часах время 3:20, слава богу, у меня более-менее боль ушла, но она еще есть, поэтому завтрашнего дня я 100% займусь своим здоровьем. Прям с самого утра поеду к гинекологу, поеду...